Всем привет! В этом видео рассмотрим новый миф, попытаемся его разрушить или подтвердить о том, что в карте, если в конце, когда добиваете босса, оставить живых добровольцев, то дают меньше опыта, чем без добровольцев вообще. В этот раз рассмотрим на примере соло-карты, если получится пройти с одинаковыми множителями пати-карте, то запишу видео и в пати-карте. В этот раз все добровольцы умерли, и посмотрим, сколько дадут опыта без добровольцев. Итак, без добровольцев получилось 975 миллионов. Сейчас посмотрим, сколько опыта дадут с двумя выжившими добровольцами. Ну а с двумя живыми добровольцами вышло 970 миллионов. На этом все. Миф подтвержден. Всем спасибо за просмотр.